Республиканский стадион заполнен спортсменами, но на сей раз это не только футболисты. Легкоатлеты, боксеры, волейболисты, шахматисты и баскетболисты из всех районов и городов республики приехали в Сухум доказать, что именно в их городе самые быстрые, сильные, умные и ловкие спортсмены. Баскетболистка из Гагры Сабрина Базба не скрывает, что ее команда приехала только за победой. Сейчас мы уже будем брать первое место, мы очень долго готовились к этому. Идем к своей цели. Думаю, в этом году мы осуществим свою мечту. Небольшой, но важный спортивный рекорд по участию в подобных состязаниях побила легкоатлетка из Сухума Камила Берулава. Для нее это 5-я спартакиада. О волевом характере девушки говорит и то, что любимая дистанция в беге – 400 метров. Ой, мне кажется, это одна из самых необходимых вещей, потому что спорт, он развивает, поскольку он закаляет и воспитывает в мальчиках, ну, можно сказать, мужчин, тех, которые готовы идти к цели, к своей. А в девушках они, помимо, ну, они не воспитывают во мне девушку, а именно воспитывают больше характера. Долгожданное открытие 12-й республиканской спартакиады школьников, посвященное 70-летию первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Под музыку представители команд совершают круг почета. Капитанам выпала особая честь – поднятие под звуки гимна Абхазии, главного символа государственности. Желаю вам успехов, желаю победить в честной, справедливой борьбе. Всем участникам желаю справедливого судейства. Я думаю, Аслан Кутиевич об этом позаботится. Больших вам успехов. Открыли спартакиаду легкоатлеты. Перед тем, как занять место на старте, небольшая разминка. Тренеры дают последние наставления. Цель – быстрее соперника преодолеть дистанцию в 100 метров. Главное, отмечают спортсмены, удачный старт. Бегунов, по словам тренера сухумской сборной Лолиты Назарс, начинают подготавливать к соревнованиям с 4 класса. В этом виде спорта, по ее мнению, важны не только тренировки, но и характер. Так вообще настраивается каждый индивидуально. Это зависит от характера, от уровня подготовки, от ранга соревнований. Теперь перед спортсменами цель посложнее – 400 метров. На этой дистанции, в отличие от 100-метровки, важна не только скорость, но и выносливость. После финиша спортсмены, чуть сбавив скорость, сразу подбегают к судейскому столику, чтобы узнать свои результаты. Каждая доля секунды определяет победителя. В первый день соревнований самыми быстрыми на 100-метровой дистанции стали сухумцы Ирена Джинджоля и Беслан Тужба. Дистанцию посложнее в 400 метров быстрее всех одолели Умар Хагуш из Гагры и Диана Ануфричук из Сухума. Анастасия Никонова, Сасрапуагухава, Абаза ТВ.